кто хочет посмотреть, насколько безопасно путешествовать сейчас. Вот мы сейчас находимся в аэропорту. Вот столько здесь людей. Мне кажется, что у нас в магазине больше вероятность вирус подхватить, чем здесь. Вот так вот выглядит территория аэропорта. Практически нет машин. Да, вот так вот выглядит внутри. Практически все стойки пустые, единично люди встречаются. Так что мы в безопасности. На втором этаже вот такой вот типа музей, мини-музей. Кабина самолета. Просто оно вот так вот приделано к мостику. И там сверху посадочная полоса. Вон там кусок сиденья, куда можно подойти. Кусок мотора. Повыше человеческого роста. Нормально. Шасси. Ну, прикольное место. VIP-музей. Я здесь один. С Константином. Кусок крыла. Хвост вон там. Ну, интересно. Такая приборная панель. Да, немного побольше, чем в машине, конечно. Хотя по ширине. Реально, как, наверное, у нас в минивэне. Может, чуть побольше. Еще сверху вон приборчик. Вот здесь поршни от авиационного двигателя, скорее всего. Макет ракеты какой-то. Всякие самолеты, Локхеды. Костя как раз сейчас в данный момент интересуется темой разбортировки колес. Ему предстоит разбортировка колеса. Это как муляж как будто. Почему муляж? Ну, как будто такие, колесо, наверное, может покрасить какое-то не вроде настоящее. Стоечки такие, да? Амортизаторчик. Проволочками все связано, так конкретится все соединения в самолете. Ну так вот устроена тормозная система. Немного покрупнее, чем в машине. Все. Посложнее. Так вот в области турбины. И, наверное, компрессор, который наверное, загоняет, сжимает воздух изначально. Вот так вот в разрезе выглядит самолет. Как, наверное, двухэтажный дом, да, получился? Не знаю. Ну, такой, причем не невысокий. Это маленький. Или хороший одноэтажный. Такая конструкция, ну, кажется, здесь? Да? Ну, что не крепкая. Да, вот здесь вот два сиденья расположены в стандартном 737. А вот здесь вот кабинезон. Да, служебные, грузовые. Я не понимаю, сколько проводов там. Вот, с тобой перейдем. Да, здорово. Ну вот с таким вот видом панорамным. Southwest Terminal. Примерно вот так выглядит терминал аэропорта. Вон еще пару сумасшедших. Еще вон один сидит на скамейке. Слушай, ну да, как после этого, после апокалипсиса. Мне кажется, что я единственный человек в аэропорту, который сейчас вообще куда-то летит. Люди! Картинная галерея.
американский флаг. Нет, есть люди, вон люди, ходят люди. Вот только что прошел security. Security чек. Я там был один. За мной еще один мужчина подошел. Все закрыто. Все магазины закрыты. Вон там. Нельзя тут кашлять, конечно. Вот так вот. Стою уже за своего гейта. Летим Delta. Приземлился в Атланте.
Идем. Я в Атланте. С терминала A. Сейчас вот на таком вот поездике поеду в терминал F. Ну вот я в Атланте. Перешел из внутреннего терминала, переехал в F. И, конечно, здесь значительно меньше людей уже. Здесь, да, совсем мало. Так что нормально. Только что сказали, что что-то там повредилось, повредили какую-то фигню там, багаж какой-то. И рейс оттуда отменяется. Потом в другой самолет переходим. Хорошо, все это. С самолета выпроводили. И мы сейчас пойдем, походу, в другой гейт. В другой самолет садится. Надеюсь, что рейс не отменят. Покидаем Атланту. Направляемся в Париж. Все. Направляемся на взлетную полосу. Слетаем с Атланты.
так вот выглядит микрорайон Лебяжи. Гуляем с мамочкой. Соблюдаем дистанцирование и самоизоляцию. Наша дача, на которой я не был уже миллион лет. Все заросло тут одуванчиками. Сейчас будем подстрижку делать. Какая красота. Экскурсионная прогулка по Минску, дворец республики, вот наша основная главная площадь. Это наш самый центр, людей в принципе немного. Есть даже люди в масках.
Нет, не напротив. Вот, и вот здесь уже Тимирязева пошли. А здесь напротив просто парковка только есть. Жители микрорайон Лебяжье. Такой вот вечерний вид застал при выезде с магазина. Очень красивый. Новый микрорайон. Лебяжье. Такое здание высокое, наверное, этажей 40. Мой любимый проспект Победителей. Утята! О, смотрите, мама утка и маленькие утята. Речка наша. Вон какая милота. Так, мы тут с Вадиком гуляем. И смотрите, кого мы тут увидели. Ёжик! Колючий? Колючий. Свернулся вон носик у него. Во. С лопой и клубочком свернулся. Смотри, мы его сейчас развернем. Колючий? Я смотрел в интернете, если его подкинуть, он развернется. Ну не надо, ты сейчас еще уронишь его. Да, не особо. Не надо. Нам, можешь положить его сейчас. Слушай, он колючий, ты прям немножко больноват. Ну я-то знаю, подвездеться, что он колючий. Но он сейчас через некоторое время развернется. Ёжик вылез. Ёжик! Вот такой вот. Боится света. Все, ёжик, беги. Пока-пока. Вот наша маленькая квартирка на Пушкинской. Вот такая вот комнатушечка.
все в таком виде, как мы уехали. Видите, сколько снег. Со своим сыном. Мамуля. Так вот мы тут гуляем по родной территории. Идем в сторону речки. Весна, красота. Белорусская действительность. Березка. Красивенько все. Культурненько. Culture. Велодорожки. Велосипедисты гоняют везде. Вот так вот красиво дома просвечиваются. Через щелочки. Шагаем дальше. Тыры. Вот мы спустились к реке. А? Я испугался, что меня задавят. Природа, мост, по которому несколько раз в день ездит Александр Григорьевич, пока еще ездит. Мамочка. Не надо меня. Вот такая у нас речка. Мост. Дамба наша. Водохранилище Дрозда. С таким вот красивым видом. Красивая панорама. Сегодня воскресенье. Тут рыбу ловят на лодке. Вот, снимаем. Так вот. Бабушки Иры на даче. Всякие клубники растут. Всякие цветы растут. Вот. Детвора приедет. Тут раздолье. Пионы, наверное. Все, покидаю Беларусь. 3 июня 2020 год. Лечу в Франкфурт. Пересадка в Франкфурте 23 часа почти. Потом в Франкфурт, в Вашингтон. Thank you.
Аэропорт Франкфурт. Так вот здесь есть классное место, можно выйти на улицу. Сейчас буду пить вечерний чай. Вот с таким вот потрясающим видом. Только что здесь включили свет на этой площадке, террасы. Оп, сори. Поэтому на свежем воздухе. И с видом на взлетно-посадочную полосу можно смотреть, как взлетают самолеты и садятся. И достаточно тепло. Так, в маечке. Франкфурт. Сейчас я из своей части терминала поеду в Z на беспилотном поезде. Без машиниста. Еще с Франкфурта в Вашингтон, Франкфурт, Дождик. Еще на Boeing 787 Dreamliner. Очень прикольный самолетик. Такая есть штучка. Нету привычной шторки. С кнопочкой вот так вот затемняется. Нажимаешь. Вот так вот оно становится темнее, темнее. Через него не видно или людей. Наш самолетик едет задним ходом. Ну все, взлетаем с Франкфурта. Сейчас посмотрим, как капельки сдуются с стекла.
путешествие в Проксиму.